Так, доброе утречко. У меня такое чувство, что я целый месяц спал. Спал. Так, а откуда я вообще пришел? Точно, меня же поймали. Вот она, амнезия снова, из-за чего опять? И откуда я пришел? Ну, судя по этой штуке, что я ее подбил, пришел я, видимо, оттуда. Ладно, пойду сюда, прогуляюсь тогда. Что у нас здесь интересного есть? Так, а что в карманах? У меня тут колом и пистолет. Подожди, а здесь я разве не был? Наверное, отсюда я, значит, пришел. Ладно, пойду сюда. Видимо, я убил эту штуку, чтобы она меня не схватила, пока я спал. Пойду вниз, схожу. Снизу посмотрю, что есть идти. О, здорово, ребят. Ты что распрыгался здесь? А ну пошел отсюда. И ты уходи. Вообще не думайте о своем... О, отлично. Энергии 20%. Я теперь стал более энергичный, чем всегда. Особенно утром. Пустое, блин. Вот что за люди? Могли хоть чуть-чуть оставить. Так, и куда мне дальше, интересно? Здесь выхода нет. Дверь закрыта. Доступ к обслуживанию. Ну, подожди, стой. Если нигде нет выхода, куда мне идти тогда? Куда мне идти? Почему я застрял на ровном месте? А может быть, просто нужно было разбить окно? Нет, окно не разбивается. Здесь тоже заперто. Везде заперто, везде заперто. Вот так вот. Вот так вот беру и застреваю на ровном месте. Не, ну, мне кажется, это шуточка какая-то, прибауточка. Так, тараканы, давай, веди меня куда. Ну, я сомневаюсь, что мне эта штука где-то пригодится все-таки. Ну, да ладненько. Так, ладно. Пойду назад, схожу. Постоянно хожу куда-то. Назад, вперед, назад, вперед. Так, ну да, я здесь точно проходил. Тут не опасно. Да, отсюда пришел. И куда мне дальше теперь? Так, а ты что свои щупальца здесь раскидал? Ты реально думаешь, в эту штуку кто-то попадает? Да, пришел я отсюда. Назад нету смысла идти, только вперед. А впереди все закрыто. А если все закрыто, то придется лечь еще поспать месяцок. Ну, организм у меня такой. Если ложусь спать, я сразу сплю месяц. Не, реально, что за ерунда-то? Как мне пройти-то? Я что-то, может быть, не догоняю в этой жизни еще что-нибудь. Спуск-то вниз есть? Есть. Проход есть? Нету. Я же не должен взять катушку и куда-нибудь вставить ее. Может, где-нибудь есть вентиляция какая-нибудь? Дверочка, откройте, пожалуйста. Что значит хода нет? Мне нужен ход. Мне нужен проход. Доступ к обслуживанию. Дайте я обслужу. Я тут уже обслужил разочек. Тут вся эта хиния началась после такого обслуживания. Так что еще, пожалуйста, дайте мне один шанс. Может быть, где-то вентиляция есть, которую я не замечаю? Как всегда, просто застрять на ровном месте. И не знать, куда идти. Замечательно. Это только я так могу. Кто же еще, кроме меня? Конечно же, только я. Легко может, все что угодно. Это бред какой-то. Но я сомневаюсь, что мне нужно притащить бочку и взорвать что-либо. Подожди, вентиляция? Почему она не разбивается? Может быть, ей что-нибудь помочь немножечко? А, тебе то есть вообще без разницы, да? Ты даже и взрываться не собираешься. Здесь ты тоже, да, не разобьешься. Ну вот, вот так вот. Ходишь, ходишь. Месяц спал, а потом не знаешь, куда идти. Не, ну пришел я тут-то с этой стороны.
судя по трупам. Я уже не помню, давно это было. Да, вот оттуда вылез. Или отсюда вылез, не знаю. Откуда-то я явно вылез. Ха. Смотри-ка. А здесь я не был. Только здесь, мне кажется, и делать-то нечего. Зачем я сюда пришел? Так, чтобы было. А, смотри-ка. Вон оно что. Да, действительно. Здесь проход подземный есть. А какой я молодец, да? Пошел и все нашел. Труп чей-то лежит. Здравствуйте. Вам это уже ни к чему. Как ты вообще здесь умер? Ты что, с перцовым баллончиком оборонялся, что ли, от тараканов? Так диклофос надо было брать. Эка меня корежит, да, здесь. Так, я так понимаю, мне нам нужно туда перейти. Там, наверное, поинтересней. Так, вниз я не буду слазить, там делать нечего, мне кажется. Подожди, я кого-то слышу. Привет, а ты что там прячешься? Сюрприз! Ты живая, таракан? Живая, живой. Я не знаю, что... Ой! Нифига себе. Мне кажется, ты сейчас думал о чебуреках. Ну, не из себя. Сейчас бы чебурек бы схавать. Давно не ел чебурек. Вкусный такой. Так. Главное, попу не подпалить себе. Так, мне оружие мое вернуть по-хорошему. Еще что-нибудь вернуть. Так, я не понял, судя по моим прыжкам, я точно нахожусь на каком-то научном комплексе. А то, судя по постоянным этим прыжкам, мне это какой-то Диснейленд начинает напоминать. И там еще вот эта штука стоит. А ну вылазь давай оттуда. О, есть кто-нибудь, нет? А, это сюда, да, значит? В эту комнатушку. Вообще, какой смысл этих штук? Они, то есть, просто опускаются и поднимаются назад. Просто опускаются в жидкость. Что они делают? Для чего? Для того, чтобы что? О, да! Блин, рано закончилось. Рано. Рано. Так, ладно. Что-то радиация, а чем мне бояться? Лучевая болезнь. Да я скорее умру от чего-нибудь другого. Ты там кушаешь? А, крокодил или кто ты там? Хватит есть людей. Ешь что-нибудь другое. Так, ну серьезно, мне теперь, то есть, надо прыгать сюда? Давай, оп! Ап! Не весело, не весело! Выпустите меня! Выпустите меня отсюда! Куда вы меня тащите? Фу. Да, это было опасненько. А, это просто кабель. Зачем я хожу с фонариком? Я что, инженер какой-то? Отлично, опять у меня что-то перед глазами вылезло. Что-то явно происходит со мной не то. Кратковременные потери памяти. Зачем я стрельнул? Чтоб все знали, что батя в доме. Опа! Нифига себе, какая физика. А чё реальность от коробки не разбирать? Здесь же постоянно всякие ништячки лежат. Давай, ништячки! Ништячки! Реально, зачем столько коробок на базе пустых коробок и при этом запечатанных? Им нужно пересмотреть свой бюджет. Мне кажется, очень много денег уходит на коробки, которые ничего не дают. Они просто есть для того, чтобы они были. Они же не хранят в них ничего. Зачем тогда загромождать проходы и так далее? Так, и куда? Ну, видимо, вниз. Так, а там речка. Речка, небо голубое. Это все мое родное.
Как-то не сильно туда хочется. Кто эти трубы вообще делал? Ведь можно было вдоль стенки проложить еще что-то. Нет же. Зачем? Прокладываем как есть. Че, в речку что ли? Я не хочу в речку. Заперто. Краска повсюду. Че, красите что ли? День покраски. Блин, да не хочу я туда прыгать. На ту мазуту. Мало ли что там может. Может там рыба это плавает. Ладно. Назад. Назад. Фу, я именно поэтому не хотел туда плыть. Ну, как-то можно ведь сделать табличку предупреждающую. Вдруг человек упадет в воду, что в конце находится такая штука, которая просто его будет размалывать на мелкие. Вы что, тут подогревом воды, что ли, занимаетесь? Вы серьезно? Зачем? Зачем вы подогреваете воду? Это что, здоровенный чай? Для варенья пельмешек? Эх, пельмешек бы сейчас. Я уж сколько не ел-то. Так, стой. А, я так понимаю, мне теперь и здесь нужно дальше, да, проплывать? Это было страшно. Но я куда-то вышел. А куда и зачем я вышел? Я что-то нажал, что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Но нет, под водой ничего нету. Здесь тоже, да, нельзя проплыть? Тоже нельзя. Может быть, что-то где-то как-то нужно сделать. Не знаю, как, что и где. Допустим, вот сюда уплыть. Вот это да. А просто двери нельзя было открыть. Сверху жарят. Снизу вот эти вот... Зачем там эти пилы? Просто расходится энергия ни на что. Лучше бы, не знаю, майнинг-ферму подсоединили, либо еще что-нибудь. И то больше толку было бы. Ну просто зачем эти штуки, типа пилы в воде? Угу. Так, а эта дверь куда ведет? А, вон и че. Я понял. И это сюда в самое начало. Отлично. Все понятно. Все понятно. Леха Фриман дальше идет спасать этот мир. Непонятно от чего, но от чего-то идет спасать. О, нямка. Нямочка. Патрончик. Я не знаю, что за фигня здесь происходит. Но я по-прежнему буду задаваться вопросом. А зачем? Везде раскиданы патроны. Просто идешь, работаешь у себя. Ну, не знаю, работаешь здесь каким-то канализационным меном. Ты что я вижу? Здесь просто лежат патроны. Зачем-то, чего-то непонятно зачем. Так, а куда мне дальше-то? Я куда-то выпал. У меня такое чувство, что я весь... О, у меня есть револьвер. Иди сюда, подлое создание. Хватит есть людей. Охрана. Охрана-то охранять нас должна в случае такие штуки.
Опять-то понабрали по объявлению, все поумирали. И я ходи, всех спасай. О, хо-хо-хо-хо-хо. Да это отлично, вот это я понимаю. Так, что у нас здесь? Включить. Ага, в обратную сторону. Сейчас в обратную сторону поплывем. Так, а это вот самое начало. Все, я понял, понял, отстал. Так, давай. Все-таки какие-то навозные приколы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда? Подожди. Я не хочу туда. Так, здесь есть? Есть выход. Меня ведь так раздавить могло. Там опять кто-то неровно дышит. Да опять там крокодил-чудовище здесь. А, чудовище? Так, что-то где-то остановил. Главное вовремя что-то где-то остановить. Наверное, эту штуку я остановил, но это не точно. Да, да, да. Все как положено. Чик, поехали. Можно было побольше походить. Ну ладно, я тут с коробочками прогуляюсь, проеду. Чувствовать себя буду не так. Коробочка, может быть, вам чайку немножечко налить? Опять в моем костюме происходит какая-то непонятная загрузка, непонятно чего. Я не знаю, что это, зачем. Так, куда? Куда вы меня тащите? Так, здесь можно вниз пройти. Можно не ходить вниз. Можно нажать рубильник. Рубильник нажимается. Ой, нифига себе. А как же мой костюм со встроенными амортизаторами? Почему мне было так больно? Я смотрю, тут вообще не весело. А это обязательно эти штуки здесь пускать? Не, мне кажется, можно было как-то без них обойтись, нет? Так, а что за звуки? Чё, война, что ли, или чё? Почему музыка играет? Так, нет, на пилу я не хочу. Туда тоже не хочу. А можно вот так сделать. Как-то косогласие 9 на 12. О, отлично. Давай посмотрим, что там есть. А нифига, я не посмотрю, что там есть, но я могу сделать вот так. Так, взял револьвер. Ага. В деле. Так. Привет. Спокойной ночи, детка. Ты ведь знала, что закончится. Вы должны бояться меня. Так, а зачем я вообще, собственно, сюда пришел? Зачем играла эта музыка? Что, должно было что-то прикольное произойти, что ли, или что? Чтобы что? Чтобы где? Так, ладненько. Ладненько, 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 прохладненько. Так, здесь, наверное, все закрыто. Нет, смотри-ка, открыто даже. О, здорово, малый. Ну-ка домой, к мамочке иди. Ага. Это на случай, если упал вниз, видимо, я оказался здесь. И из куда-то не допрыгнул. А у них вообще обычные проходы есть на их научной вот этой станции? Black Mesa. Это же назвали Black Mesa. Ты что, мне назад идти, что ли? О, ну так не весело вообще. Это коробочки. Просто пустые коробки. Столько, столько дерева, столько лесов. Эх, Грета Тунберг была бы недовольна. Таким просто бесполезным использованием дерева. Они просто стоят, коробки. Ладно бы они открыты были бы, так они закрыты. А зачем? А куда? Куда я иду? А куда я иду? Зачем я еще сюда залез? Зачем? Склад удобрения. Переработка отходов. Отлично. Отлично.
Вон еще. Это переработка отходов, оказывается. Здесь все перерабатывают. И все отлично. А потом удобряют. Не хотел бы я быть растением. Потому что если растение, ты ешь какашки. А есть какашки, не весело, мне кажется. Хотя собаки тоже едят. Вообще, что? Куда опять? Ну не хочу я туда. Давай сюда. Давай пойдем туда. Давай пойдем сюда. Так, здесь что у нас? Ага, вот-вот, сюда надо. А снизу это комната. Дети были, да? Мураши. Мураши. Их! Отлично. Так, так, так. Ага. Вот. И что мне это дает? Короче, видимо, эту штуку надо было открыть откуда-то. Откуда? Что за задачки? Внимательно. Короче, куда-то я не дошел, видимо. Что-то я где-то не дооткрыл. Я сомневаюсь, что оно ломом откроется. Где-то что-то я пропустил. Только обслуживающий персонал. Ну, я тут теперь главный обслуживающий персонал. Так что... А, вот, наверное. Действительно. А я уже назад собирался идти. А зачем мне эта штука, если я могу просто запрыгнуть так? Так, возьму револьвер. Сим, я чувствую себя отлично. Так, что у нас сегодня? День поджарочки. Поджарочка, поджарочка. О! Фух! Блин, у меня походу брови опалились. Без бровей вообще не весело. Хотя, мне кажется, людям, которые пытаются меня убить, не важно, как выглядят у меня брови. Зато посмеются, если я умру. Тоже верно. Давай дальше поехали. Фига себе. Патроны. Патроны. О, нет. Не-не-не-не-не-не-не. Опа. Нифига себе, какой я молодец. Я допрыгнул. Так, а что дальше едем? А там только переработка. Куда там ехать? Там пила. Там же пила. Да. А зачем они там? Что распиливать? Какашки? Давай дальше. Дальше куда-нибудь. Давай дальше. Переработка отходом. Black Mesa. Мы поедем. Сжигание твердых отходов. Замечательно. Ну я отход, и я твердый, можете меня сжечь. Если сможете, и споймаете меня. За мной тут уже все гоняются. Почему все пытаются убить именно меня? Стой. А я же здесь был. А зачем я сюда приехал? Здесь делать нечего. Ну вот. Опять в школу, блин. Так, главное вниз не упасть. Ну все, теперь все. В смысле, опять что ли через огонь? Я не хочу через огонь. Он жарит. Жарит, жарит, жарит. Да ну вас нафиг, блин. Проще пробегать. Поджарочка из Алексея. Мне, наверное, вот туда нужно. Вот туда. Я вообще ничего не понимаю. Чего, кого, куда ведет. Так, давай сюда. Давай сюда. Надо в эту штуку попасть. А, надо попасть в эту штуку. Отлично, я попал. Я вечно всюду, куда надо. Фух. Да, не такой концовочки хотел бы я. Стоять. Стоять бояться. А куда? А чё? А зачем? Ага. А если на тот нерабочий конвейер? Ага, он стал рабочим. Хух. Хух. Вот это да. Так, отлично, дальше еду.
Фу, вот это я припотел. Не хотелось бы умирать. Умирать это... О, там друг. О, не-не-не-не-не. Туда я не пойду. Нифига себе у вас там переработки какие. Я так... А может стать снизу рот открыть, нямку какую-нибудь поймаю. Какой-нибудь коронавирус поймаю. Хотя это последнее, о чем люди здесь, в принципе, беспокоятся. Мне кажется. Какой может быть коронавирус здесь? Здесь какие-то инопланетяне нападают, еще что-то. Так, все здесь постпереработочки. Так. Теперь что у нас дальше? Бассейн с кислотой. Или с радиацией. С высоким уровнем радиационного излучения. Не, ну если здесь... А зачем? Это ведь удобрение. Зачем вы их перерабатываете? И кидаете туда, где высокий уровень радиоактивности. Вы потом этим что, удобрять собираетесь, что ли? Я не знаю, что вы этим удобрять потом хотите. Ну, идея фигня, это я вам явно скажу. То есть... Вы поставили такую махину для переработки, что потом просто скидывать туда? Мне бы хотелось бы поговорить с вашим главным менеджером. Мне кажется, вы просто миллиарды долларов потратили непонятно на что. Перерабатывают для того, чтобы использовать это, а не для того, чтобы скидывать головешки куда-то в радиоактивную воду. Ее вообще бы закрыть, она не должна здесь быть. Ну ладно. Только уполномоченный персонал. Я похож на полномочия. У меня есть револьвер. Это мои полномочия. Так, отлично. Коробочки. Вот-вот опять коробочки. Давай разобьемся коробочки. Так, у меня есть револьвер. Давай выходи по одному. Кто здесь? Ага, есть, то нет. А здесь, опа, агент Леха в деле. Так, так, так. Ладно, дверь закрыта все равно. Серьезно, то есть вы здесь сделали лестницу, в конце которой вентиляция. Которую, причем, я не могу просто взять и открыть, мне ее надо разбивать ломом. А как здесь лазить? Обслуживающий персонал, извините меня. Как ему здесь лазить? Как-то же он должен здесь лазить. И что опять за надпись у меня перед глазами? Так. О-о-о. То есть... О, свинки, привет! Доброе утречко, как поживаете? О, третья проснулась. Давай. Блин, она мне спеть хотела, я ее застрелил. Ну, такой вот я. А нифиг мне петь. Не нравятся мне их песенки. Так, и чё, чё, чё? Кот, кот. Блин, у меня кода нет. Ага. Как бы решить эту головоломку? Наверное, как-то так и решить. Да ё-моё. А, здесь можно было раньше залезть. А, здесь даже лесенка вон есть. Он говорит, подвиньте, говорит, меня, пожалуйста, в самый край. И залезьте по мне куда-нибудь. А куда залезть? Куда залезть? Как пройти-то? Ну, стой, мне кажется, я все правильно начинал делать. Почему я не могу на эту штуку залезть? И почему вы, сынки, выбрались оттуда? Кто вас выпустил? Ага, залезли, то есть... О, гранаты! Нормальный, просто обычный склад. Просто в обычном складе. Оставили несколько гранат. То есть любой человек, чтоб мог подойти, взять эти гранаты... Кто у вас кладовщиком работает, я стесняюсь спросить. У вас на складе, мне кажется. Недосдача, чё орёшь? Вот, вот. Одна вот недосдача, вот она лежит. Всё, двери открываются. Как-то подозрительно тихо. Я смотрел фильм «Чужие». Сейчас что-то должно произойти. Опа. Что значит доступа нет? Я думал, я грузчик, у меня везде есть доступ. Нет, нету. Ну ладно, нет. А, какая-то странная надпись по-английски перед глазами. Ну да ладно. Пусть оно так и будет. Как-то здесь слишком тихо.
Ё-моё, а ты что такое? Ты не надо долбиться. Слушай, а зачем тебе третья рука? А я знаю, зачем тебе третья рука такая маленькая. Чтобы ты, да? Эти-то большие для этих дел, а это вот самый раз. Фу, блин. Чё только не придумают-то. Так, подожди-ка. Я на всякий случай. Вдруг ты выберешься. Нажму кнопочку. А, вон еще, да? Вот так, то есть, да? А нафига я тогда там бомбу кидал? А назад можно забрать? Хотелось бы назад забрать. В кармашек себе. В кармашек можно забрать? Нельзя, видимо. Ну, ё-моё. Ну, так всегда. Тин-т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 ин. Так, что здесь? Что, вообще ничего интересного нет? Как-то вот здесь научная станция, вроде изучаете кого-то. Ну, смотри, Моники плоские, наконец-то. Видимо, этому отделу выделили все-таки. Это хорошо, что им выделили. Куда я тебя сюда дел? Ну, пойдем со мной. Я с тобой гулять. Назову тебя Вован. Вован! Вован, ты такой хулиган. Вован. Вован, первый, чекай, первый везде. Везде вокруг, везде за углами чекай. Опа, чик. Есть, но нет. Есть, нету. Так, а чё за... Чё за фигня? Может нажать чё-то? Пушка, которая стреляет какой-то слизью. Я даже сомневаюсь, что армии нужна эта фигня. Где слизь пока долетит, я не знаю. Ну, проще гранату, что ли, закинуть. Опять миллионы долларов непонятно куда. На непонятные разработки. О! Стой, там кто-то это... Что-то говорит. Опа! Вован! Вован! Вован разобрался. Молодец, Вован. Братан, а ты чё лежишь? Вставай. Вставай, братан. Хватит лежать. Хватит лежать. Я на... Подожди, у нас давно на работе охранникам арбалеты раздают? Не, ну серьезно. То есть охраннику дали арбалет. Мы что, в средневековье? Ты чё, замок что ли охранишь? Ты чё, в рыцари тебя посвящали? О, привет. Эш. Тебя можно что-то с тобой сделать? Хотя кормят вообще, здесь у тебя даже окошечка нету для еды, чтобы тебя подкармливать. У тебя все нормально? Ты понимаешь, ведь ты бьешь сам себя. Ты сидишь на голове, управляешь другим телом, бьешь сам себя. Ну, чё, суицидники везде бывают. У них, видимо, тоже. Надоела ему эта жизнь. Вечное управление другими организмами. Так. Огонь. Да? Я понял. А можно еще раз нажать? Я просто немножко это не догадался первого раза. Вот. Дверь открывается. Так, давай, выходи, Степа, Степан, выходи. Выходи. Будем эксперименты на тебе ставить. Нифига себе, вот это пухо, я понимаю, всем пухом. А можно ручную такую же с собой, я погонял бы, чё бы и нет-то. Не, ну действительно. Не, ну круто, а, классно.
прикол. Здорово, Боб. Ладно, давай, продолжай наблюдение. А я дальше пойду прогуляюсь. Ученые что-то мертвые валяются. Братан, у тебя все нормально? Ты за плазму так огорчился? Походу, твоим лбом эту плазму и разбили. Да, мне кажется, именно так оно и было. Хм. Это мужская раздевалка, да нифига себе здесь. Маккеллан, Вавилов, Тарт, Дейл, Эллен. Чужой тут даже есть. То есть, такой гонять чужой среди всех, такой в костюмчике. Ну, прям реально, чужой из фильма «Чужие». То есть, у него халатик есть такой, он ходит, такой там, лучший сотрудник месяца, фотографии там и так далее. Ходит такой пацан. Не смешная даже шутка. Ну ладно, ладно, ладно. Ну типа гоняет он. Нет, ну это весело. То есть сидит со всеми на обеде там. В туалет занято, типа. И музычка играет. Нет, не эта музыка, другая играет. Ладно, ладно, все. Все, все, да, не смешно. Так, ладно. Так, что мне сюда? Мне кажется ли... Стой! Это же какой-то он здоровенный, мужская зона, не? А здесь, наверное, закрыто, да, было? Да, да. Лаборатория микроэлектрооптовой некропсии Флорексен, Малексен и ОВН. Так. Ага. А тут, видимо, забыли перевести. Забыли. Забыли. Вот такие вот делишки. Не, ну все-таки чужой в костюме. Да ну, это круто. Хотел бы я посмотреть. Там опыт и стоит такой, типа, стоит. Да-да-да, все, все, все. У меня просто в голове эта картина, как он это делает. Подожди. Братан! Братан! Здорово, братан! Эй, приятель! Да, привет! Это бесполезно. Там все перекрыто. Единственный способ выйти — это найти кого-то с доступом к сканеру, чтобы открыть главный вход. А можно голову хоть оторвать? Что несколько ученых прячутся где-то в этой лаборатории. Может, если будем искать вдвоем, сможем их найти и попросить выпустить нас отсюда. Конечно, сможем. Мы сможем. Мы можем просто оторвать у кого-нибудь голову или вырвать глаза. Что ты уводишь свои глаза? Это тоже выход. Ну а что поделать? Об этом никто не узнает. Правда, тебя будет до конца жизни близко. Совесть. Близко? Да, мы будем близко. Когда твои пальцы будут засовывать и в глазные эти, как они называются, и вытаскивать глазные яблоко. И ты их будешь вставлять. Именно ты, не я. Потому что у меня есть ружье, у меня есть револьвер, у тебя нету. И не уводи глаза от меня. Извини, братан, я... Что ж, хуже быть не может. Или может. Ну, не знаю. Всегда есть куда хуже. Если у тебя оторвало, например, руку, у тебя может оторвать и вторую руку. Так что хуже всегда может быть. Так, ладненько, прохладненько. Так, это мне не надо. Это мне не нужно. Это мне не чуждо. Так. Братан, братан! Иди сюда. Хорошо, выдвигаемся. Давай, давай, давай. Вот, ты его видишь? У него по-любому есть доступ. Начинай вырывать у него глазные яблоки. Давай, давай, я жду. Да, 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 ты. Ты не хочешь это делать, что ли, или что? Можешь просто оторвать голову. Я тебе сейчас пилу найду, подожди, я тебе пилу найду сейчас. Или просто руками попытайся вырвать. Че, нет? Нет? Ну ладно. Ладно, хорошо, да, мы сейчас будем ходить кого-то спасать. Мы просто могли оторвать его вот. Ей, например, в голову. Ему в голову. Эй, пошли. Ну ладно, ладно. Хорошо. Хорошо. Ты все правильно говоришь. Ты хороший, я плохой. Нет, я тоже хороший. Я просто пытаюсь выжить. Возможно, что мы никогда не найдем выхода. И нам придется начинать их есть. Мы будем их есть. Потому что жрать здесь больше нечего. Может быть, мы здесь на месяца вместе с тобой застряли. Что ты так на меня смотришь? Задумайся об этом. А я пока попью газировочку. Так, 7-Up, сода. Отлично. Ой, сейчас как напьюсь. Так, а здесь есть что повкуснее? Да,
Так, а здесь? А здесь мы сейчас починим. Нифига себе, здесь еще броня выставит. Хотя ладно, у меня отличные новости. Здесь запаса хватит еще как минимум на 2 дня. Ну, учитывая, как ты жрешь. По тебе видно, что ты любишь жрать. У тебя утеплитель большой слой. Так, ладно, давай, пошли. Все, все, выдвигаемся, все, выдвигаемся. Да, давай, пошли. Не, ну ты подумай все-таки. Всего небольшое движение. Ты оторвешь голову и приделаешь, и все. Этого я не буду делать. Потому что я здесь уже сделал кое-что. Вот это все, что вокруг, это сделал я. Вы знаете, что такое движение? Да? Давай-ка немного добавим. Так я тебе и говорю, двигайся, двигайся. Движение это значит такое. Ты мне указывать, что ли, будешь, а? О, подожди. А я там напитки пил. Хотя их бы нам на месяц вперед хватило. Я бы знал, что рядом есть эта штука. Давно бы сделал бы как надо. Так, аккуратненько идем. Ты ствол достань хоть. Или что, ты рацией отбиваться, что ли, будешь? Ну вот, подожди, чувак. У меня опять костюм немножечко подвисает. Что-то с ним вечно происходит не то. Не знаю, что такое с ним, но что-то происходит. Я поэтому немножечко в шоке. Наверх. Тихо, тихо, тихо! Моя нога! Твоя нога? Ты побежал к ним в самое логово. Вот если бы не я, что бы ты делал? А? Что бы ты делал? Автомат, отлично. Нифига себе. Ой, извини. Это, наверное, братан. Ты видел это безногое существо? Какое безногое существо? Это люди были, блин. Ты если продолжишь так же шутить, то у меня станешь здесь безногим существом. Так, ладно. У меня гранаты есть еще. Это ведь хорошо, когда есть гранат? Или нехорошо? Так, ящики. А можно вскрыть? Так это армейский ящик, у них оружие должно быть полно. Помоги, помоги мне вскрыть. Подойди. О, патрон на револьвер. Подойди, давай вместе попытаемся. Уверен, ты рад, что у меня с собой этот старый пистолет. Да, конечно, в смысле, ты мне пипец как помог. Вот куда б я девался бы, если бы не ты? Действительно. Ты, наверное, рад, что ты меня встретил. Хотя, я думаю, лаборатория не рада, что они меня встретили. Подожди, там красная кнопка. Она не нажимается. Вызови охрану сюда. Где твои все охранники? Вот это твой друган? Он немного прожил. Немного совсем. О, подожди-ка. Энергия! Не смотри на меня как на дурачка. Не надо так делать. Ладно, ладно. Давай, давай, пошли. Пошли, пошли. Ты идешь? Надо быть аккуратными. У меня есть револьвер, у тебя есть пистолет. Вместе мы практически идеальная команда. Вот еще один человек, у которого ты можешь оторвать голову. Либо просто выковырять глазные глазки. Представь, что он картошка. Пойдем уже. Представь, что он картошка, говорю. Нет? Ну ладно. Пошли, пошли. Ну, я предлагал тебе вариант. О, еще один твой корефан. С еще одним арбалетом. У вас тут что, средневековые войска, что ли, или что? Объясни мне, пожалуйста, почему он сиганеет с арбалетом? Эй, пошли. Да мы и так идем. Ты не видишь, у тебя вот друган тут умер. Бог простит. О, нормально, патрончиков. А, шкафчик нельзя открыть? Ты же охранник, ты можешь открыть шкафчик для охраны. Что белое, что черное, что всегда нужно читать. Обязательно так вставать? Он что, мыло потерял или что? Давай, пошли. Ага. Так, что нам сюда, наверное? Круто, приятель. Да что крутого-то? Здесь трупы вокруг, блин, рабочих. Круто. Обалдеть, какая крутотенюшка-то, а? Все рабочие сдохли. Обхохочешься. Ха-ха! Эти твари подсюду.
Ну что, понравилось, уродец? Тебе на голову он чуть не залетел. Хорошо, что у тебя шлем есть. Без шлема был бы, точно бы залетел. О, смотри, здесь... Заходи внутрь, заходи внутрь. Внутрь. Да ты что, дурачок, что ли, или что? Иди внутрь, ко мне зайди. Ко мне зайди внутрь. О, отлично. Давай, смотри. Кнопочку. А что, не работает? А чё, понятия не имею, что мы делаем. Давай я отойду. А почему? Сделай лицо посерьезнее. Ну, почему не работает? Ерунда какая. Подожди, братан, иди зайди сюда. Зайди сюда. Зайди ко мне. Подожди здесь. Хорошо, я буду здесь. Здесь, здесь. Мне кажется, здесь фиговины какой-то попахивает. Стой! Да стой ты! Ты дурак! Петя, Петя, блин. Куда ты выбежал-то, а? Лучше бы ты глазки выковырил, возможно, жил бы. Видимо, он пожалел о том, что встретил меня. Так, и чё здесь? Всякая фигня. А чё я, собственно, здесь ищу? Что-то да ищу. Петруха, Петруха. Блин, ты мне как брат был уже практически, я уже привык к тебе. Опа-на. Ты серьезно? Они просто идут и ничего не видят. Они просто ходят. То есть то, что в соседнем здании, там то, что с огнем что-то было, им без разницы, видимо. Да иди ты нафиг! Да как ты вот фига? Фу. Что-то я немножечко скосил. Ха, сюда я не пойду. Еще дальше куда-то. Еще куда-то подъем. Подожди, я здесь был или не был? Я не помню. Опасно 480 вольт. Наверное, не был. А, подожди, стой, я здесь был. Мы пришли отсюда, да. Действительно. Теперь нужно выбрать дорогу. О, нямка. Добрый вечер. Как поживаете? Ну, шел-шел, чувак, никого не трогал. Думал о своих делах. Додумался. Так. Отлично. А можно еще разочек врубить? А то тут фигня какая-то вышла. Кто-то с кем-то стрелялся. Фига себе, у них там войнушка. Ладно, разберемся. Разберемся. Главное, что револьвер есть. Боеприпасы кончились. Зато двоих убил. Нифига себе, какой я молодец-то, а. Ну, Джаред-то дал-то, а? Так, вы отсюда выходили, а? А, замороженка, да? А почему здесь все не разогрелось? Если эта штука работала. Блин, они что-то быстро бегают. Я думал, они медленно, еле-еле ходить будут. Занято. Ладно, жаль, Петрух, ты это все не увидел. А мог увидеть. Мог увидеть это все. Ты со мной в меткости решил соревноваться? Зря ты это делаешь.
Еще, может быть, кто-нибудь хочет со мной. О, нифига себе, сварочный аппарат. Давай что-нибудь сварим. Суп какой-нибудь. Я б не доверился бы такой фигне, чтобы она мне делала операцию. У нее из вещей только вот эти пила, да... шила какие-то. Я сомневаюсь, что она может нормально провести. Не, ну этот коридор мне явно не нравится. О, а это что такое лежит? Еще и дымит. Тепленькое, наверное. Да ты че меня пугаешь-то, а? Смотри, у меня для тебя есть сюрприз. Сюрприз внутри. Как тебе мои новогодние подарочки, нравятся? Видимо, не сильно они ему нравятся. Так, а это что такое? Это что, рассадник зла? О, привет! У меня есть свои ручные таракашки. Привет, маленький! Ой, бля-бля-бля-бля! Подожди, я боюсь, тебе в карман уложат. Вдруг ты что-нибудь, какую-нибудь фигню сделаешь. Подожди, там кто-то хрюкал. Давай, давай, малой, разбирайся. Там я еще сюрприз им внутри это приготовлю. Давай. Отлично. От обычно. Так, а нафига я сюда зашел, собственно? Нифига себе, у них здесь флора и фауна. О, привет, маленький. Привет. Кто у нас здесь молодец? А? А, маленький. Ты чувствуешь энергию? Ты чувствуешь энергию? Мы станем повелителями. Нет, энергия кончилась, мы не станем повелителями. Мы вообще никем не станем. Тен-терен-терен-тен-терен-тен-тен-тен. Ладно, малой. Ну, давай что-нибудь еще изобрази. Я вижу, ты хорош. А это не тот коридорчик, где ученые были, нет? Я немножко запутался. Во всей этой ситуации, жизни и так далее. О, еще. Ухо-хо. Отлично. Я был в похожей комнате. Только у прошлого чувака был с собой арбалет. Че, все? Тупик, что ли? Да, действительно, тупик. Зачем я сюда шел только? Вот здесь? Нет, здесь тоже заперто. Там заперто. И здесь заперто. Везде все заперто. Вот такие вот дела. О, наверх можно пройти. Стой, а почему... А, здесь дальше не было, да, прохода? Ну ладно. Мне теперь, значит, наверх, видимо. У меня есть арбалет. Ну что, что, что такое опять происходит-то, а? Опять у меня костюм заглючит. Костюм глючит. Глючит не по-детски. Фига себе. Такая мощная, что ли? Боеприпасы кончились. Боеприпасы кончились? Внимание, химическая опасность. Да как ты живешь-то? Какой-то так себе арбалет, если честно. Ну нет, ребят, нормально отлетают. Энергия скафандра 100%.
Ладно, ребят, давайте на этом закончим. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Если вам нравится шоу Хриплого в Black Mesa, не забываем ставить свои лайки, подписываться на канал и, конечно же, писать в комментариях то, что хотите еще продолжение. Кстати, у нас полная версия релизницы 5 марта, насколько я помню, надо переустановить туда-сюда. Так, ладно, все, давайте, все. Подожди, что там? Черт побери! Положи на место. Это прототип. Почему мы не пользуемся этой штукой? Он очень нестабилен. Не перегружай его. Не перегружай. Что значит перегружай? Ладно, понятно. Буду сидеть здесь, спать. Укутаюсь этим крокодилом, либо что это, и буду валяться. Все, давайте, всем удачи и всем пока. Увидимся. Буду спать с револьвером.